Здравствуйте, меня зовут Борис Немцов. Россия в кризисе, рухнул рубль, цены выросли, доходы упали. Причина кризиса в нынешней тупиковой политике власти, в ее несменяемости и лживости. У демократических сил есть антикризисная программа. Надо остановить войну, увеличить расходы на медицину и поддержку малоимущих, вернуть выборы и перестать врать по телевизору. Приходите. Не забудем, не просим, не забудем, не просим.